Испокон веков Рязань славилась своими красавицами. Времена идут, но слава о привлекательности местных девушек все так же гремит далеко за пределами региона. Продюсерский центр «Даймонд» с этим фактом работает уже несколько лет. В 9-й раз бриллиантовый коллектив с успехом проводит конкурсы красоты и материнства. На этот раз участниц больше 30. Причем среди них есть как совсем юные королевские особы, так и те, кто уже успел состояться на профессиональном поприще и в семейной жизни. С каждой из участниц нашей съемочной группе удалось познакомиться еще до старта конкурса. Одна из моих детских мечт, скажем так, осуществляется сейчас. Я участвую в конкурсе красоты. Мы с подружками в детстве играли в конкурс красоты, шили наряды своим куклам, обустраивали невероятной красоты подиум. И вот наши куклы ходили, там такие все красивые в нарядах. И сейчас вот эта картинка, она прям разворачивается в моей реальности. Свой бы характер я описала такими словами, как прямолинейная, амбициозная, инициативная, практичная и эмоциональная. Я учусь во втором классе. Я очень активная и харизматичная. Мне никогда не бывает скучно, потому что у меня много друзей. Я обожаю путешествовать и общаться, и знакомиться с новыми людьми. А еще я люблю животных, особенно кошечек. Я очень сильно люблю животных. И я бы хотела так, чтобы все животные обрели, бездомные животные обрели свой дом. Я хочу стать, когда вырасту, тренером по художественной гимнастике. Я бы золотую рыбку попросила, ну, в данный момент о короне. Конечно, это моя мечта детства. А так у меня очень много желаний, я боюсь, что у рыбки бы просто не хватило их. У меня очень интересный характер. И, наверное, главное, что во мне все, причем замечают, это, ну, в первую очередь, это активность, это позитивность, это спортсмен, это вдохновитель и тот человек, который не останавливается на месте. Я нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, бизнес-тренер и... Сейчас я приехал сюда на конкурс как раз для того, чтобы в своей жизни открыть новую страничку. В будущем я хочу стать дизайнером одежды, как моя мама. Если у меня бы была волшебная палочка, я бы загадала бесконечное желание. А вот желание стать принцессой или королевой стало для каждой из участниц конкурса абсолютно достижимым. Ведь в отличие от других подобных состязаний, каждая из девушек конкурса красоты и материнства «Даймонд» достойна всех корон мира. Директор мероприятия Людмила Ушакова в этом уверена на все 100. Ведь за плечами у нее у самой участие в различных конкурсах. Меня всегда очень сильно покоряла эта вся история. Я люблю красоту, люблю фэшн, люблю демонстрировать именно вот эту вот внутреннюю красоту женщин. Да, именно поэтому я не очень люблю просто форматы дефиле. То есть мне очень важно раскрывать участниц с разных сторон совершенно, чтобы люди, зрители, подписчики, они могли познакомиться с нашими девчонками еще поближе. Грациозная походка, уверенность в каждом жесте перед объективом фото и видеокамер. Быть королевой – это значит уметь менять атмосферу вокруг себя буквально одним лишь присутствием в помещении. Подготовка к финалу конкурсанток заняла неделю. За это время красавицы поучаствовали в пресс-конференции, которая прошла в гастроклубе «Энергия», посетили уходовые процедуры в Центре красоты Натальи Ловцевой и в Центре коррекции фигуры «Пресс Лайф», приняли участие в рекламных съемках для группы компаний «Кухни Трио» и гостиничного комплекса «Старый город», а также поработали над пластикой тела с профессиональным хореографом Евгением Осотиным. Кстати, именно он и срежиссировал финал конкурса, украсив номера принцессы и королев выступлениями воспитанников своей хореографической школы поколения «Дэнс». Семь
дней усиленной и волнительной подготовки, подбор нарядов и проработка образов со стилистами, репетиции творческих номеров до поздней ночи. Своим опытом с будущими королевами делились участницы прошлых конкурсов «Даймонд», чтобы участницы нового состязания блистали в свете софитов на сцене Рязанской областной филармонии. Я хочу вам сказать, что это настоящая звезда. Это лидер, который по жизни будет лидером. Это просто уже королева. Я говорю о Толстовой Алене! Я в жизни еще будет очень много статусов, поэтому ты, красотка, нереально, вот так улыбайся всегда. Аплодисменты Алене! Алис, проходите. Первый диплом, который я хочу вручить абсолютному победителю. Третья Grand Queen Absolute Diamond, которая получает... Нет, я так не скажу. Давайте все поаплодируем. Это очень сложно. Сейчас вы услышите имя первой королевы. Абсолютный победитель конкурса красоты «Даймонд. Абсолютная корона» является... Доронина Наталья! Вау-вау-вау! Друзья, дайте шума! Наталья становится абсолютной победительницей конкурса красоты и материнства! Давайте ей поаплодируем! Победительница в 2024 году, обладательница этого прекрасного титула и, конечно же, подарки, призы и все наши эмоции и аплодисменты, конечно же. Ну, во-первых, изначально был номер, это самопрезентация, да, нужно было подготовить, рассказать о себе и творческий номер подготовить. Поскольку очень много было танцев и песен, я решила написать картину и нарисовала портрет королевы Diamond Absolute Grand, брюнетку, кстати, с короной, так сказать, перенесла на картину. Вот, и следующие номера были, 5 номеров, к которым мы готовили костюмы. Конкурс красоты помогает представительницам прекрасного пола не только почувствовать себя настоящей королевой, но и заряжает эмоциями на новые свершения, раскрывая женственность и внутренний потенциал. Финал конкурса красоты «Даймонд» – это всегда праздник. Ну и, конечно, ни одно торжество не обходится без подарков. Подарков на самом деле просто гигантское количество. Одни из, ну, генеральные партнеры конкурса красоты являются кухни «Трио», которые предоставили сертификаты на 100 тысяч и на 50 тысяч нашим королевам. Далее у нас является партнером мастерская «Иглинвуд», которые точно также подарили шикарные подарки из дерева. Также «Энергия», которые предоставили большие сертификаты. При всем при этом у нас есть мой партнер конкурса красоты «Мобильные штучки», который вообще подарил нашей абсолютно победительнице «Дайсон». Да? Насколько это круто и классно. То есть я считаю, что наши партнеры очень сильно постарались, чтобы удивить наших королев и им предоставить такие подарки, которые им запомнятся надолго. Всю информацию
информацию о проектах вы можете найти на страничках продюсерского центра «Даймонд». Ведь у креативного сообщества впереди новые творческие мероприятия, в которых можно принять участие. Oh, 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 oh